Сборная Дагестана по смешанному боевому искусству ММА «Ориентал» заняла первое место на играх народов мира по традиционным видам боевых искусств и физической активности. Соревнования прошли в Йошкар-Оле. У сборной Дагестана под руководством Бадави Гасанова 25 золотых медалей и 2 серебряные. В общекомандном зачете команда республики опередила команду Удмуртии и Армении. Участниками соревнований стали более 1500 спортсменов из 51 региона России и 3 стран ближнего зарубежья.